Командир поискового отряда «Безымянный» Геннадий Анучин прибыл в Магадан из Калуги и провел экскурсию для жителей Колымы. В галерею боевой славы областного центра были переданы музейные экспонаты с мест боевых действий Великой Отечественной войны. Оружие, снаряды, патроны и личные вещи солдат, несущие истории горьких лет, теперь хранятся в залах муниципального центра культуры. Некоторые вещи эксклюзивные, сохранились в единственных экземплярах и на безвозмездной основе были переданы из калужского поискового отряда в Магадан, минуя другие музеи российской столицы. Вы знаете, конечно, сложно все это было, потому что и ребята мои начали немного сопротивляться. Ну зачем? Мы 30 лет занимались, а теперь куда-то отдаем, мы не можем детей туда привезти, показать. Да все-таки это каждый экспонат – это не только память о войне, но это наша жизнь отрицкая. Но постепенно стали понимать, что там, где не было войны, это ценится значительно серьезнее. Да и потом, когда я присмотрелся к вашим работникам, я понял, что эти люди доведут дело до конца. Выставку с экспонатами Великой Отечественной войны можно посмотреть любым желающим индивидуально каждую субботу в галерее боевой славы с 12 до 16 часов. Для организованных экскурсий не более 5 человек за раз необходимо уточнить правила и время по телефону 62 92 05.